Удалось найти чистое местечко. Оксана и Лиана со своими детьми практически ежедневно приходят на залив Якоби. Девушки живут в этом районе уже около 10 лет и рассказывают, что с каждым годом мусора здесь становится все больше. Особенно после выходных, либо в теплые будние дни. Здесь же и битое стекло, и грязь, и мусор. И, в общем, отдыхающие не совсем следят за чистотой. Вот это очень жалко, так скажем. И обидно, что так люди поступают и с местом, где они отдыхают. В плане отдыха я не знаю. Сейчас только в основном и приходится наблюдать, чтобы ребенок не поднимал тут стекла и мусор всякий. Проблема с мусором на Якоби существует уже не один десяток лет. С тех пор, как залив стал местом массового отдыха горожан. Вместе с мусором здесь появились и бездомные собаки, которые в поисках пищи разносят мусор из контейнеров. Это, в свою очередь, может стать причиной распространения инфекционных заболеваний. Но пройдя по берегу, мы выяснили, территорию все же убирают. Этим занимается Дильмурод Мухтаров. Мужчина – разнорабочий частного пляжа. Убирает берег и прибрежную зону. Это чуть более километра. Среди мусора в основном одни бутылки. В одном месте вот толпа приехали, посидели, там мусора мешков там 3-4-5 сразу. С утра с 9 у нас рабочий день начинается. Приходим сразу, вот, что пока люди не начали приходить отдыхать, мы сразу убираем весь территорию. Правда, убрать Дильмурод за день успевает лишь половину всего залива. Днем приходят отдыхающие, и чистая часть берега вновь превращается в свалку. Хотя на территории залива около десятка мусорных контейнеров. Однако люди пользуются ими крайне редко. В большинстве случаев выбрасывают бытовые отходы прямо там, где отдыхают. Чаще всего это горожане, которые заезжают на территорию Якоби на своих машинах. Чтобы сделать залив немного чище, руководство частного пляжа в ближайшее время закроет сюда проезд для автомобилей. Сегодня с утра на заливе Якоби стало немного чище. Однако, как говорят рабочие, которые здесь собирают мусор, это максимум на сутки. Ведь по-настоящему чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мария Масальская, Александр Пахомов. Новости сейчас.